Итак, всем привет. Такой вопрос. Чтобы поменять или снять по каким-то причинам ковер на Зиджее. Значит, я убрал сидушки нижние. Сейчас откручу головкой на 10 4 крепления. Крепления сидений нижних. И также откручиваем передних сидений здесь отверткой крестовой накладки декоративной, и под них подголовку на 13 откручиваем болты. Также нам надо будет снять центральную консоль. Ну и тут на порогах, наверное, пооткручивать вот эти саморезы, чтобы можно было вытащить ковер. Ну, сейчас займемся. Так, ну здесь мы все крепление открутили, саморезы открутили. Открутил я еще ремни безопасности, куда крепят. Ну, идем вперед откручивать то, что там не откручено у нас. А там у нас не откручены передние сиденья. Для того, чтобы их открутить, вот еще два болта. С той стороны два я открутил. Штеки разъединяем и убираем сиденье. Можно вот так, чтобы удобнее было. Продолжаем. Так, ну остается еще такая интересная тема, это как снять центральную консоль. Ну, тут два самореза откручиваем на полу. Значит, что мы делаем? Включаем зажигание, переводим рычаг на первое отделение и сейчас дернем его. Second. One, over. Опа! Все, ручка сдернута. Поддеваем. Можно теперь в любой. Поддеваем, снимаем. Ну и тут 4 самореза, и тут 4 самореза, и вытаскиваем. Так, ну вот, саморезы открутил, перевел рычаг раздатки сюда, поднял ручник, здесь вытащил эту, и в принципе как бы она у нас пошла. Отсоединяем штекера подсветки, и ну как бы снято. Все, коврик везде вытаскиваем с-под этих, с-под порогов, с-под панели вытаскиваем, и по идее сейчас должен сняться. Ну и также можно снять педаль акселератора. Здесь чуть-чуть он подзажат, чтобы вытащить его. Ну, с этой стороны все у нас. Мы его сейчас вытаскиваем. Ну и с той стороны то же самое. Поднимаем ковровый. Ну и что мы видим за 23 года? А видим мы то, что полы практически как с завода выехали. Вот тут чуть-чуть надо будет сейчас убраться, кое-где зачистить. Но в принципе за 23 года полы в идеальном состоянии. Сейчас будем убираться, все мыть здесь, чистить. Вот так. Так. Ну и будет у нас в следующем видео вот такая интересная, для многих, думаю, будет видео, установка бушвакеров. Буду полностью все снимать. Действия. Бушвакеры не питерские. Бушвакеры написано штатовские. Ну, качество изготовления хорошее. Посмотрим, как они сядут. И также с ними в наборе идет большое, сейчас сниму, инструкция на английском языке, сижу, перевожу. И вот такой набор, тут уплотнители, нержавейки, саморезы и прочее. Думаю, с
скором будущем, возможно, на выходные, мы снимем установку бушвакеров. Будьте с нами. Будем много выкладывать видео по Гранд Чероки.